Приморским женщинам в положении рекомендуют сделать прививку от коронавируса. В Министерстве здравоохранения края уточнили, что после 22 недели беременности можно вакцинироваться препаратом гамковид-вак, он же спутник ВИ. Показания к вакцинации, по словам специалистов профильного ведомства, есть у беременных с хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. В настоящее время в инфекционном отделении родильного дома номер 3 находится 21 женщина с новой коронавирусной инфекцией. 4 пациентки в тяжелом состоянии. Наблюдая за беременными с тяжелейшим заболеванием COVID-19, мы сделали выводы, что заболевание протекает намного тяжелее, чем в прошлом году, а количество беременных увеличилось в разы. Поэтому я хочу обратиться абсолютно ко всем беременным с призывом вакцинироваться. Это поможет сохранить здоровье, а зачастую и жизнь вам и вашему малышу. Медики также призывают при планировании беременности семейным парам заранее пройти вакцинацию, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем во время вынашивания ребенка. Алина Черненко, Ирина Шилина, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.